Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас на нашем семейном канале. Сегодня у нас первая воскресная программа. И в этой программе вы услышите пение, детский рассказ, детскую песню под гитару. И в заключение вновь песня. Мы будем стараться каждое воскресенье выпускать для вас эти небольшие программы, которые, надеемся, что принесут вашим сердцам мир, радость и утешение. Мальчики и девочки, которые смотрят нашу передачу. Сегодня я и Джинелл расскажем вам одну библейскую историю. Про кого мы сегодня расскажем? Адама и Ева. Про Адама и про Еву. А вы знаете, кто такие Адам и Ева? Кто они такие были? Они были первые люди, да? А ты знаешь, кто создал Адама и Еву? Бог. Бог создал Адама и Еву и поселил их вот в такой красивый Эдемский сад. В этом саду было все красиво. Помимо красивых цветочков, растений, птичек, животных, там росли красивые деревья, на которых росли вкусные фрукты. И Бог сказал, что можно кушать со всех деревьев, кроме, сколько нельзя деревьев было трогать? Одно дерево называлось дерево познания добра и зла. Бог сказал, нельзя кушать с него плоды. И что случилось? Один раз, когда Ева была одна в саду, там в саду жил хитрый змей. Хитрым змей он был лукавый, дьявол. Он хотел навредить людям. Дьявол, он всегда хочет навредить, он хочет зло сделать, он хочет, чтобы люди обманывали, чтобы люди грешили, чтобы люди не слушались Бога. Ты когда-нибудь делаешь какие-то плохие дела? Да. Да? Например? Обманываешь иногда? Да. Да? А ты знаешь, кто хочет, чтобы ты обманывала? Да. Кто? Дьявол. Дьявол. Дьявол хочет, чтобы люди обманывали. Чтобы они были непослушны, чтобы детки дрались, например, да? Это дьяволу очень нравится. Поэтому мы не должны так себя вести. Мы должны слушаться Бога, и мы должны хорошо поступать. И если мы сделали плохо, то что нужно сделать? Просить Бога прощения. Прощения попросить у Бога. Но давайте мы послушаем, что было дальше. Дьявол, он был очень хитрый. И он подошел к Еве, когда Ева была одна в саду. И он ей, знаете, что сказал? Он сказал, Бог тебе сказал, что нельзя с этого дерева кушать плод? Не слушай его. Он просто думает, он не хочет, чтобы ты и Адам стали такие же мудрые, как Бог. Вот если ты съешь с этого дерева плод, то ты станешь такая же мудрая, как Бог. Ты не умрешь, не верь, Бог тебя обманул, не верь. И что Ева сделала? Что она сделала? Скушала. Она откусила этот плод,
Мы не знаем, какой это плод был. В Библии не написано, было это яблоко или груша. Но она откусила этот плод. И кому она дала? Адаму. Плохо она сделала или хорошо? Плохо. Она не послушала Бога. Бог сказал нельзя, а она взяла и сделала. И знаете, что случилось? А случилось то, что Бог, Он все знает. Он знает, когда мы грешим. И Богу от этого очень грустно. Грустно. И Бог, ему было очень грустно, потому что Адам и Ева, они спрятались. И когда Бог их нашел, Бог спросил: «Адам, ты ел этот плод, который я не разрешил?» И что Адам сказал? Адам сказал: «Ева мне дала». А Еву Бог спросил: «Ева, а ты ела плод?» Она говорит: «Змей мне дал». И они вот так вот на друг друга перекладывали вину. И они... Бог, конечно, был очень-очень огорчен. И из-за их непослушания появился на земле грех. И Богу пришлось наказать людей за грех. Вот когда вы делаете что-то плохое, мама наказывает, да, иногда? Например, да. Если вы поссорились, то мама что говорит? Нельзя. Садитесь на диванчик, да, подумайте. Также Бог наказал людей за их грех. И Богу пришлось выгнать Адама и Еву из этого красивого сада. Но Бог любит нас. Он не оставил Адама и Еву. Он продолжал о них заботиться, и Он о нас тоже заботится. И когда мы делаем что-то плохое, Бог всегда ждет, чтобы мы пришли и попросили у Него прощения. Да. Спасибо, что вы слушали нашу историю. Приходите к нам еще. Мы расскажем в следующий раз еще другую историю. До свидания. До свидания. Детки, а теперь приглашаем вас спеть вместе с нами эту же песню. Слова будут высвечены. На этом наша первая воскресная программа заканчивается. Если вы хотели бы услышать какое-то пение в нашем исполнении, пожалуйста, напишите в комментариях. До скорых встреч! Божьих вам благословений!